такие важные моменты, я просто, ну, ее мьючу. Все нормально. Это включено, это включено, это включено, это работает, это все, все. Отлично. Просто если снять наушники, думаю, ты вполне можешь сойти за актрису из самых известных немецких фильмов. Ты сейчас быканул на меня, я не понял. Что за стереотип такой, объясните мне, господа. Девушка надевает свое платье, и все пытаются доказать, что она выглядит как порноактриса. У вас настолько зауженный кругозор. Так, что ты, что-то... Так, стоп, подожди, это откуда сейчас звук? Нет, тут что-то слишком агрессивный звук в игре, кстати. Мне кажется, что в прошлый раз мы делали чуть тише, а что так громко? Похоже же, похоже. Ладно, интересные у вас, конечно... А что так громко? Что-то не то, прям очень громко. Что могу с вами поделать? Крузер у меня нормальный, а вот юмор хромает на обе ноги. Чини, чини ноги. Во второй части мелодия локации более выражена. Да, в принципе, игра довольно громкая. Такс. Карта. Что мы умеем делать? Еще раз напомните. Мы умеем ползать по стенам. Двойной прыжок у нас есть. По сцене можно прыгать просто так. Задание у нас было найти какого-то... Не помню, как звать. Как его там звать? Вот этого парня. Кволок. Кволок. Потому что в первой части было, допустим, такое, что музыки практически не было. Ой, я могу ее просто спихнуть. Музыки практически не было. Вот, к чему это я. У меня нет никакого суперпрыжка, и я, в принципе, никак не могу сейчас разбивать, да, вот такие вот штуки. Я просто, я не помню, что у меня есть сейчас. Могу ползать, могу притягивать к себе что-то. У меня есть кусок двери. Так. О, знакомое место, кстати, с первой части. Она была, но она была невыраженной... Нет, 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 но она... Местами ее просто не было, по-моему. Ну, либо вот она настолько невыразительная была, что ее даже слышно не было. Это мне как-то сейчас надо вот там вот обойти. Ой, а как? А как? А как-то приблизить? А, во. Что за первая часть? Ну, первая часть теории. Привет, Локсинг. С тем вроде одна и та же, но очень сильными изменениями. А я как? А, вот она что. Брынк. А я же не пройду там, да? А-а-а. Чё-то пилось, что он с этой стороны бьет. Ап. А сколько нам надо ключей-то подобрать? Что-то я не помню. 2, 3, 4. У нас, по-моему, сейчас только 2 есть. Боже, это так приятно, что он сам цепляется. У него, в принципе, как будто прыжок вот этот вот, что ли, дальше стал первый. Непонятно. Так, хорошо. Там мы все посмотрели. А, 2 нам нужно всего ключа. Я только сейчас заметила, что тут травинки сбиваются. Ай. Мне нравится, что их можно просто застанить, вот этих вот мышей.
Я все переберу, прежде чем найти им подходящее название. Вот эти вот мыши, лисы, волки. Вот. А? Мягкий камень. Это был мягкий камень. Их можно просто застанить и забивать до смерти. Кайф. Это все мечта казуала. Правильно иду? А ты можешь мне вот эту штучку сломать, пожалуйста? Нет, это не ломается, да? На чем-то была похожа на белку из ледникового периода. Как нам вниз пройти? Стоп, секунду, у меня же был второй. А это не оно? Первый каменный ключ. Эй, чё? А почему? Так, блин, он у меня в карму. В кармане-то он у меня лежал еще. Ну, как-то можно выбрать? Он у меня лежал в кармане до того, как я подобрала второй здесь внизу. Это другой ключ. Ой-ой-ой. Это мне вот сюда нужно идти? Это второй каменный ключ? Я пока не понимаю, как они изображаются. Я-то думала, сейчас откроем локацию. А. Ну, благо, недалеко идти, хоть ладно, бог с ним. А, тот он будет у меня до конца игры лежать в инвентаре. Интересненько. Отравленная вода, да? Чекпоинт был? Действительно отравленная. Это выглядит как стенка, которую можно сломать. Поменяем ачивку какую? А, в воде, типа, не продамажится. Да забей, я... Ну, это же не Steam. В Steam, да, я бы расстроилась, а здесь не... Ну, конечно. Я не могу допрыгнуть. Сегодня в клубе анонимных ненавистников фильмов после 2011-го будет последний киногерой. Никого не приглашаю, просто хвастаюсь. Последний киногерой. Если вы ненавидите, зачем вы это смотрите? А ваш клуб, он из многих людей состоит? Вы там сидите в этот момент, смотрите фильмы после 11-го года, такие, ну херня, конечно. Ой, как я ненавижу эти фильмы, ужас, фу. Вот так вы сидите и смотрите их? Я просто не представляю, как это... Он снят до 2011. Блин, так на заднем фоне водичка красиво приливается. Так. Я доверху там не допрыгну, да? Ау. Он тонет. Блинский. Черт, побери. Ненавижу прыгать на вот эти вот маленькие столбички. Сэп, ты знаешь, у меня такое чувство, что мне нужно вести специально для тебя какую-то награду за баллы канала, типа не использовать карту в течение, там, не знаю, 20 минут. Типа такого что-то, знаешь, нужно. Да? Это как звонок, только вместо хоррора комедия, вместо Садака нахер американскую версию. Вот знаешь, вот кто бы что ни говорил,
Я типа тоже Шосекло, я прям боюсь каждого шороха, но я посмотрела японский звонок, и это такая, ну типа это вообще ни о чем, она выглядит так глупо. Может быть, да, для того времени это было действительно страшно, но типа кек. В целом задник прям мясистый, мясистый. Тик-то такой, от него сложно избавиться. А про карту ты имеешь в виду? Это да. Это уже действительно привычка. Ты дух, что ли? В таком случае трепещи дух пред тобой и мог храбрец. Я знаю, неубедительно, но я правда храбрец. Ну, или мог бы им стать, будь у меня трофеи. Например, ну, например, череп воя. Или клык, если череп тяжело тащить. Я слышала, вой сражался с кем-то на востоке. Может, он там клык обронил? Может быть. Дело в менталитете и предпочтениях. Ну, блин, менталитет менталитету как бы тоже, конечно, рознь. Но объективно, ну, американская версия, она реально страшнее и качественнее. Для меня летом хоррором вообще детская драма казалась. Какая? Датская драма, детская кек. А где у нас Восток? У меня все еще проблемы справа-слева, а мне говорят про Восток. Подожди. А, вот. Еще бы помнить, где я с ним сражалась. Я не помню. Тебе все четыре назвать? Ну, назови. Мы никуда не торопимся, в принципе. Можешь назвать. Я не помню, где мы сражались с воем. Так я не помню, где я пиздила палкой в волка. Типа туда, вот сюда, вот в это место. Блин, здесь удобно, кстати, что здесь с геймпада видно, какое место я вот вам показываю сейчас конкретно, потому что в первой части не было, там надо было мышку доставать. А здесь прям все прекрасно. Блин, такой свет, свет, смотрите, какой свет, офигеть. Красиво. Ну, теоретически это, наверное, где-то здесь должно быть. Ай, да не стукай. Я знаю отличную шутку про ориентирование на карте, но меня забанят. Ну, тогда не надо шутить. Это не здесь было. Да? Идти прямо сюда идти? Иди, куда идется. Ты просто иди. Просто живи. У меня полжизни осталось. Пойдем в эту сторону, хорошо. Я помню, что там был какой-то уступ, очень похожий на предыдущее место, но там-то я не вижу ничего похожего. Ой, здесь можно разбить. Наносите большой урон, для использования нажмите... Так, хочу использовать. А здесь можно будет количество осколков повышать, чтобы вставлять свои способности? Или нет? Ну-ка, как там сейчас выглядит? Волк. Волк. Вот запомнили, что это выглядит. Вот сейчас тут волк есть. А здесь есть вообще статистика и количество смертей? Не так, для себя. Здесь нет количества смертей. Ну, я так не играю. Как так-то? Дилеры, дилеры 2, дилеры 3, пьяница. Интересно. Спасибо нашим локализаторам, нет, потому что я подумала, что последний фильм — это комедия. Или как еще одну. Не, я не слышала такое. Я такое не слышала. А, в смысле? А как же наверх? Есть, но мне еще недоступно. А, хорошо. Блин, я реально не помню, где я сражалась с ним. Блин, музычка приятная здесь. Единственный минус, что слишком бликует, и я почти не вижу, где враг. Не достаю.
Нет, и не тут. Но здесь я взяла палку, я помню, в этом месте. Вот я сейчас уйду без карты, непонятно куда. Вообще в другое место, когда вышла. Для меня хорроры не страшнее, потому что я живу в Саратовской области и живу в хоррорных клише. У вас всякие Майки Майерсы по улицам ходят. Я вижу, там светится прям что-то. Сейчас, погоди, мне просто интересно. Ой. Ну да-да-да, нет, я вот сюда шла. Мне нравится, что ты прыгаешь по камням, а они такие блэм, 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 блэм. А потом пошла изучать про... Я вообще не помню, куда я потом пошла. Значит, это где-то вот тут. А, ну да, точно. Я сюда пришла, вот на эту штуку посмотрела, она мне не поддалась. Что-то я помню. Пока локации выглядят все очень похожими друг на друга. И не тут. Не понимаю пока. В основном бомжи, алкоголики с очень агрессивными собаками. Самое страшное наступает днем, когда из домов выходят люди. А, вот. Вот это место. Да я не знаю, для меня каждое место выглядит именно так. Стоп. Тут надо открывать карту, потому что я просто не понимаю, куда идти. А там вот внизу какой-то осколочек вот здесь вот нарисованный. Это что такое? Что это такое? Чувака встретила, получила от него второй ключ, поэтому... Потому что... Ну, потому что это один биом, да, понятно, что оно похоже. Все должно выглядеть все похожим. А, ну тут я по мху ползла. Он так смешно ползал. Но это не то место. Вот прям вообще не то. И вот тут мою палку загасили. То есть я уже... Тише-тише. То есть я уже прошла место, где я встретила волка. Горликова руда. Нашли руду с ее помощью искусственного мастера. Ой, нет. Здесь ломается оружие. Квест так подсвечивает вместо самого квеста. Квест подсвечивает вместо самого квеста. Ну вот смотри, здесь у меня квестом вот это вот место. И я здесь и была. Здесь вот это место, где стоит вот этот вот хранитель топий. Оружия нет, а что? Просто иди влево, в смысле на запад, влево по карте. Это все в топях было. Все тут должно быть, в шаговой, блин, доступности. Только я не понимаю, где. Вот здесь, наверное, тогда. Какое место еще похоже на то, где я дралась с волком? Вот это похоже. Тут проход, кстати, есть налево. Так. Я нажала. Пишите все. Пишите задание. Ну вот, у меня... Нет, ну это не то. Оно не похоже. Не случайно, как раз направо от того Моки. А я ж ходила туда. Я же сказала, что это да, это вроде похоже. Я что-то сразу вернулась. А оно как-то вот не то оказалось. Ну, как бы я свою внимательность не понаслышке знаю, конечно, мы можем сходить еще раз. Ау. Сейчас будем искать. Ну как же, я просто наверх не пропрыгала. Ой.
соскучь, Катенька. Приветики. Как твои дела? Ауч! Блин, мне не нравится, что после продамаживания он прям отпускает сразу стенку. И ты падаешь. Как там твои успехи с лепкой? Успешные? Только с работы приползла. Когда у тебя выходные там уже? Эту штуку я открыть пока не могу. Отстань, мышь. Правильно иду, правильно иду. Ну тут у нас стоит вот мотки. Вот он красивый. Я сюда проходила в эту сторону. Воткнись в иглы в четверть собственной головы, параллельно карабкаясь по стене. Ты тоже открутил. Да, но я-то не Ори. Я просто не карабкаюсь по стенам. Не могу продолжать шлифовку, потому что фрезу вытащить не могу. О. А как-то есть способ узнать, как это делать? А, ну я вот сюда не прыгала. Я вообще-то посчитала, он же умеет лазить по веревкам, да? Не. Я сюда прошла, да, но дальше я не проходила, потому что я почему-то посчитала, что я не заберусь. А я заберусь, оказывается. Ладно, хорошо. Но нас здесь и не было. Но нас-то тут и не было. А мы же... А та часть, где мы были с волком, она же была. Плоскогубцами, как вариант. Но главное не повредить машинку. Главное. Шлифовательную. Шлифователь. Нет! Блин. Давай, погадаем. Тут другое вон. А, это клык и есть, да? На секундочку. Заметила. Ну, я просто не была в этой локации. Он аж туда, типа, отлетел. Так, Катерина. Классно. Чудно. А, Катенька, тебя сегодня ждет белочка. Агрессивная ссора с дорожным знаком и жаркие обнимашки с робокотиками. Призу вытянуть, и все, машинки не будет. Ну, это самое главное. А почему она застряла? Проблемы, которую не решили бы... Нет, проблем, которые не решили бы ВД-40 и синяя изолента. Я думаю, что есть. Наверняка. Беременность, например. Вряд ли ты решишь эту проблему с ВД-шкой и синей изолентой. У меня не было даблджампа. Но мы-то тут все равно не были. Да, ёк твою. Каким образом? Да как? Я почти без ХП. Жуть. У меня ХП просто осталось на... Если на меня враг посмотрит, я сразу умру. Вот примерно столько ХП у меня осталось. Да отцепись ты, да отцепись! Сейчас буду убираться и делать маффины с кремом из белого шоколада. Звучит супер вкусно. Чё-то я сегодня покушала бургер. У меня сегодня, так назовем это... Ну, мы решили это так назвать. Углеводное окно. Вот, я поела бургер, я такая довольна. Бургер еще такой, типа, такой во фритюре зажаренный такой кармашек из теста. И внутри был, типа, крем-чиз какой-то и этот, черная смородина. Это все во фритюре зажарено. Ой, капец, так вкусно. Привет, Макар. Как твои дела? Последствия от решения проблемы, это уже другое. А, типа, следствие смерть? Вы даже куты бахнуть предлагаешь ее или что? Я тебе принес. О, настоящий клык воя? Уж теперь-то никто не будет смеяться над боком храбрец. Ох ты, мудак, это мои заслуги. Это тебе, я не только храбрый, но еще и щедрый. Ля, какой храбрый. Спасибо.
Еще руда, спасибо. Вообще завершила свою коллекцию книг о крепкой дружбе. Что ж ты теперь читать-то будешь? Ты выглядишь, как будто у тебя праздник. Это потому, что у меня праздник. Я поела бургер. И поэтому я выгляжу, как на празднике. Сегодня чинила розетку, все работает, меня не ебануло током, и я все еще жив. Вот что диплом инженера животворящий делает. Или ВДшка с синей изолентой это сделала за тебя. Только теперь между девочками дружба... это мне нравится. Еще не читала? А там еще наверх можно будет залезть. А что вот это вот? Кто это? А вот куда мне сейчас лучше идти? А вот тут вот что? А вот тут, по-моему, то, что закрыто за этой, да? Прям за стеночкой, которую разбить нужно. Здесь надо вот сюда вот, наверное, налево. Налево пойти. Хочу проверить, что вот здесь вот. Ой, у меня что-то так хп мало. Так хп мало. Не стукай. Мне надо хп отрегенить где-нибудь, пожалуйста. Срочно. Нет, только не ты. Ёб твою мать! Что-то снова убилась самостоятельно. Подожди, я же здесь... Отстань. Да-да-да. Он сохраняет игру в очень странные моменты. Почему бы не сохранить сейчас, например, когда я задание выполнила? Еще одну из тех, что есть, не читала, потому что перевод кривой. Я недавно, я, по-моему, говорила о том, что я хочу попробовать, типа, почитать мангу на немецком. Интересно. Если интересно, будет посмотреть. Решение беременности рода. Роды могут усложниться, ребенок может застрять, и все, для чего не двигается, но должно есть ВД-40. Ужасно. Ну дает. Не, ну, типа, в глобальном смысле ты, конечно, прав. Но это же пипец. Как вообще на ум-то такое может прийти? Ужас. Это кто это? Богомол? Это кто это такой вообще? Богомол какой-то... Какой-то богомола... Кузнечик, скорпион, что-то такое. Чего эту же книгу только на английском, но в России ее нигде не купить, поэтому как-то пытаться через знакомых получить, ну заказать откуда-то. Вы же там заказываете всякого рода фигурки с Японии, думаешь, большая проблема? Хотя, наверное, вам виднее, большая ли эта проблема найти всякого рода мангу, манхву и прочие вот эти прелести на каких-нибудь сайтиках, чтобы заказать. Так, я вот сюда хотела залезть, но мне кажется, что я сюда не попаду, да? Ну да. Это мне нужно от него отталкиваться. А здесь будет такая способность, как в первой части? Рикошетить от врагов. Ну стоп, здесь я... Сюда я ходила. А, ну я не дошла, все верно. Все верно. Все, мы... А, ну вон как раз челик стоит. Который сказал мне встретить, это вон не он, что мне надо познакомиться там вот с этим хранителем топий. Сказать в Россию можно только с Ватерстоуна. Четыре к за две книги. Только оттуда больше нигде не продают, больше нигде нельзя купить. Неужели? Она из-за хвоста и звуков белку напоминает. Белку из этого, из ледникового периода. Мне вот она когда прыгала, мне показалось эти огромные глаза. И вот этот хвост похожий на... Ну, в принципе, на этот... На орех вот этот вот. Как раз в ДНД, чтобы избавиться от призраков в театре, мы сожгли театр. Ради Галины наше все. Ну да, тогда и в ВД природах не так страшно у вас звучит. В России больше никто не доставляет. Офигеть, что-то как-то маловато возможностей, это довольно странно. Люпо. Приветствую, я Люпо, выдающийся картограф. О, привет. Ну и буря тут разбушевалась, жуть, у меня аж карты промокли. Отдам за полцены. Говорят, ты ищешь пропавшую подругу, а для поисков тебе понадобится карта. Ты хитрец.
Да, конечно. Думаю, это более актуально для того, кто в МСК живет. Ну, ты ведь можешь попросить кого-то, кто живет в МСК, чтобы они тебе, ну, переслали, например. Это точно не Hollow Knight? Точно. Точно, но похоже, правда. Этот кусочек вот тут вот не дошла, тут чуть-чуть было совсем, блин. Угу. Это все чернильные... А, нет. Или это все? Все чернильные топи, да? Мне пройти к нему через прям верх самый нужно. Так, ладно. А я к тебе тут заберусь где-нибудь наверху? Он смешной, он мне кого-то напоминает. А, не вон там, надо идти. Пошел убираться мне до часа ночи, надо... А, к тебе мама же приезжает. Давай, удачной уборки тебе, Екатерина. А, это вот прыгать, чтоб. Сейчас вон туда вот в самый угол забьемся, вот этот вот зайдем, туда посмотрим, что там есть. Запрыгни, пожалуйста. Так, стоп. Белка, тихо. А это мох, за который я могу уцепиться? Да. Он похож на брокколи. Получили новый осколок духа с ним, вы получаете меньше урона для... Что нам менее важно? Магнит? Больше урона? Наносить больше урона или получать меньше урона? Наносить больше урона важнее, я считаю. А там по ситуации разберемся, если что, поменяем. Так, мне сейчас надо наверх. А тут еще вниз можно... А, ну, я так понимаю, мы воду опять тут тоже вылечим, да, как в первой части. И сможем плавать под ней. Не, Кшон Мочиловка, поэтому дамаг в жизни не главное. В смысле? А почему ты не нажимаешься-то, блин? В смысле, не главное? Всегда было, а теперь больше нет? Ля, красиво как. Вай-вай-вай. Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во всем своем великолепии. С тех пор, как колеса старой мельницы остановились, пришло и ушло целое поколение моки. А еще говорят... Ну я не дочитала, что говорят-то? А что... Ух ты. Это с рогами кто-то? Рика, что она-то здесь забыла? Почему она покинула гнездо? Может, ей что-то угрожало? Уж точно не ты. Ты и мухи не обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло. Дело в том, что я оружейный мастер. Так, так, так. То место и штучку, которую ты приняла за карту. Я так поняла, что она находится за стенкой. Ее нужно как-то стенку открыть. Если я правильно поняла, что это за место. Обилка Эстус. Так, турель. Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. Имба. Бросайте вперед звезду, и она возвращается к вам. А это... Свет? Типа, возьми свет. Вы поджигаете ближайшую врагу. Это интересно. Запускайте мощное световое копье. Для этого нужно много энергии, зашивает неустойчивую почву. Слушайте врагов сильным размашистым ударом, зашивает неустойчивую почву. Вот это можно взять. Я так понимаю, за это будет кушаться мана и... И под это отдельная кнопка нужна будет, да? Она была в воде. Тут нет молота. Это шип, ты имеешь в виду? Чистовое копье. Для этого нужно много энергии. У меня всего 3, и это как бы немного. Вот этот удар духа. Вот этот, да? Можешь мне название сказать? Если советуешь, просто скажи мне название. Я же... Удар духа.
Духа удар. Спасибо. Чпоньк. Используйте навык с умом. Получить следующее будет куда сложнее. Бери Скайрим. Захочешь проверить себя, здесь неподалеку есть училище духов. Там можно показать, чего ты стоишь. Мы с тобой еще встретимся. До тех пор держи оружие наготове и не запускай глаз с неба. Кто это? Это обезьяна? Кто это такой? Это вот этот, который? Чевенья! Оружие вместо меча — молот. Бери Скайрим, на него как раз скидка. Скайрим, и сейчас играть бы. 2К-то 21-м. Медленнее, но домашнее. У меня какая-то штучка загорелась. Доброе дело, мокрый боец обзавелся сияющим кулаком. Мы сейчас будем составлять себе из добрых дел картину или что? Похож. А где эта штука? Это я купить-то купила, а куда ее? А что нажать надо? О. Назначить. На Б у нас ничего в принципе нет, да? На Б у нас ничего не установлено. Вот это вот так вот, вот это вот так вот, наверное, пусть будет. И что, он как раз с 11-11-21 выходит. А, ну действительно свежак, да, вопросов не имеет. Вот это вот ты имеешь в виду, Септа? Вот эта часть? Вот это? Блин, я могу теперь здесь вот пол разрушить, кстати. Я нажимаю, ничего не происходит. А, вот. Блин, не очень удобно, конечно, ну ладно. Не очень удобно. Я надеюсь, что мы с тобой про одно и то же место. А вниз. Как ты видишь? Чёрт. Место опыта из первой части. Да-да, я поняла, как оно работает, как оно выглядит. Да спустись же. Присел такой. А как ты против врагов действуешь? Блин. Не слишком удобно. Он делает такую, типа, серию... Ого. Серию ударов. А я смогу тебя разбить? Вот я, вот это вот место. Оно закрыто. Я бы не могу никак открыть. Ты про эту штуку говорил? Ну, это я вот про то, что рано. Можно в самый низ еще спуститься. А что это за треугольнички? Сюда вот сходить там. Потрогать всякое. Я думаю, что здесь, в принципе... Да, блин. Очков прокачки точно так же хватает, как и в первой части. У меня вот почему-то такое вот прям чувство, что... Как будто бы эта игра, она более... Еще более лояльна, чем первая. А про какую воду ты говоришь? Мы можем найти хилку. Я так понимаю, что это вот, наверное, вот тут вот, да? Вот здесь, в этом месте. Там, в этом месте там хребет был. И вот здесь у меня закрыт. Где хребет? Эстуки — это хорошо. Эстуки я люблю. Эстуки мне нравятся. Ого, как я приземлилась. Не стукай.
Да ну ты можешь отойти. Ты на ней стоишь. Где я там стояла? Вот тут я стояла. Я что? Что? Че, погоди. Я хочу еще вот сюда сходить. А потом вернусь. Пожалуйста, только не убивайте меня здесь. А это вот ломается? Ой, это тоже ломается, блин. Ну да, я подумала, что... На карте дерево маленькое было. Там, где на карте дерево. Вот это вот? Вот тут? Да видишь, ты написал, да? Окей, сейчас вернемся. Боже, боже, ты что так, кто ты такой? Ой. Это жизни. Жизни мне надо. Спасибо большое. Почему? Вот мне единственное пока что не нравится, что после нахождения каких-то там вещей, которые нужны нам для прохождения квеста или же для прокачки, почему-то игра не сохраняется. Это же неправильно. Фух. Хорошо. Так. Тут нам наверх надо. Ну надо, наверное, туда вниз еще пройтись тогда уж, коли мы тут. Но ты сам поговоришь, сам-то ты ее и не проходил до конца, да? А подожди, а ячейку жизни мы нашли, а почему она не появилась? Это что, здесь тоже как Эстус работает? 20 минут радиомолчания, домой поеду. Давай, постараюсь справиться без тебя. Ну, в смысле, у меня было три жизни, и сейчас три жизни, а я вроде подобрала ячейку жизни. А, ёпта мать. Ты нашла пол ячейки, надеюсь, это шутка. Да твою мать. Хватик. Так, быстренько вниз туда спустимся, еще сходим. Я серьезно нашла пол ячейки. А целые будут раздавать в этой игре? Кошмар, конечно. Это же ужас. Да тише ты. Да, правильно иду. В DMC, чтобы хп апнуть, надо было 4 куска сопротивления, всего 2, радуюсь. А в каком из DMC это было? Во всех? Вот у меня такое было чувство, что хочу поиграть в DMC. А потом я поиграла в что-то Darksiders, я поняла, что это плюс-минус типа одинаковая история. Типа, что там, слышал, что там. Я могу, конечно, ошибаться, но мне почему-то показалось именно так. Да блин. Вот, и что-то как-то Darksiders я даже не допрошла. И не уверена, что хочу, в принципе, дальше. Нужно две собрать. Я понял вас. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Короче, во всех, да? Боевой... А, это вот это вот то самое боевое святилище.
Ну да, я в третьей, играла. А, это началось, черт побери. Я передумала. Я все, ухожу, не хочу, отстаньте, я передумала. На самом деле, я предполагала, что так будет. Ты третий Darksiders сыграла, я знаю, я что сказала. В DMC ты делаешь аниме, это немножко другое. Ну что вообще с... Она же похожа на Devil May Cry, нет? Ну типа, слэшер, рубишься, все ярко, глаз вытекает, все как... Ну в этом плане, да, похоже. Надо хп резнуть. Darksiders. Топ все три части обязательно пройти. Я прошла первую. Третью. И. Ну, не прошла, опять же. Я ее дропнула на. Наверное, на середине. Даже, наверное, больше. Мы там почти все грехи-то так-то собрали. Осталась парочка штук, и я сгорела. Кто это был? Чревоугодие. Ой, я просто дотла сгорела на ней. И все. И как отшептала меня от этой игры. Она меня не удержала, так сказать. Все, как мы любим, уже глаз на глаз вытекает, да-да-да. Третья Dark Souls лайки. Да блин, она слишком... Я не знаю, для меня как-то Souls лайки, они как-то более... они не такие быстрые, что ли. Ну, опять же, это как бы мое субъективное. А как мне забраться наверх теперь? Не помню. Так. Отстань. А, угу. Угу. Мне кажется, что вот этот вот на карте вот этот то, как ты ходишь. Вот такая штука, она нужна для какой-то... Я очень уверена. Я не знаю. Нарисуйте какую-нибудь фигуру. Пока ходите по карте или что-то вроде того. DMC это не Darksiders. Первые два Darksiders отличаются от третьего, а второй Ori, не Hollow Knight, а мини, как бы. Secret Souls Like, она быстрая из того, что видит. А ты не проходил ее, разве? Это у меня или у Саны микро кряхтел? Мог у меня, в принципе. Я говорю, он у меня что-то это начал себя плохо вести, он некоторые окончания у меня начинает прям проглатывать микрофон. Надо засесть, настроить его хорошо, потому что я заказала новый шнур. Вот, со шнуром стало лучше. Но надо поднастроить его, видимо, все-таки. Слушай, а вот это ломается? Походу, нет. Сильно кряхтел? Нет, не ломается. Шел все три Dark Souls, и проклятие меня отпустило, теперь в Elden Ring пойду чисто поржать. Не, я хочу Elden Ring, я прям жду его. Я его очень жду. Мне, правда, страшно представить, сколько он будет стоить. Я думаю, что он, наверное, в районе 70 будет стоить, как этот... Если не больше даже. Как, в принципе, все новинки. Как тот же Resident Evil. Значит, вместе пойдем. Ну, я говорю, я бы хотела, но это зависит от того, сколько почек мне нужно будет продать для того, чтобы купить эту игру. Мне их только две просто. Незадача. Трипл джамп иметь. Но выглядит она очень вкусно. Elden Ring, она прям... Ой, ням. Если в армейку мне загребут... Но если в армейку загребут, оставь мне свой аккаунт. Мы ее пройдем тебе на аккаунте. Жесть, я хитрец. Ой. Ой, вот это внезапный сюрприз. Приятный довольно-таки.
Так, все, этот маленький мук отсюда ушел, да? Так. Дойти вот эту часть карты, да пройти, хотя здесь вообще вниз. Ладно, нам нужно в эту сторону топать, наверное, будем все-таки типа... Уже можно и по квесту пойти. Так, это нам... Эдзеки все кривые моменты ДС с части... Часть переносит. Это какие такие, например? То, что он себе на дизайнеров локации берет всяких отбитых людей. Ты про это? Резик на 60 стоил, просто в Steam продавалась разверсия семью за 70. Предзаказ, ну, типа, эдишена. Он стоил 69 же, нет? Я просто помню, что у меня даже в сборе стояло 70. Ну, это был эдишн. Это был эдишн с талисманчиком там. Хотя нет, вру, талисман он давался за предзаказ. Ну ладно, не буду врать. Коль уж точно не знаю. А, подожди, здесь у нас картограф был, нам выше нужно. Блин, здесь даже комнатка картографа похожа на ту, что была у того... Чертежилы из Hollow Knight'а. А как их... А, все, можно забрать. А я не заберусь. А как мне наверх-то попасть? А это не то место. А что паникую? А сюда как попасть? Я здесь допрыгиваю, да? Да. Я хочу. Я сейчас вообще сижу и грежу про Elden Ring, про второй Dying Light и что-то еще. Что-то еще было. Что я прям очень жду. Ну не помню что. Но чего-то определенно жду. А я могу здесь что-нибудь еще прокачать? Допустим. А 800? А, ну все. Понятно. Давай пока наберешь. А как мне наверх-то забраться, блин? Батл. С микрофоном все нормально, не кряхтит он больше. Делся катание и перевод на библиотеку мне хватит. Перевод на библиотеку. Так, это ты кто такой? А что это такое? А почему оно никак не взаимодействует со мной? О, тут можно пройти. А выглядит так, как будто бы да. Она будет наклоняться? Блин, она выглядит так, как будто ее можно раскачать. А-а-а! Блин! Я пока не наблюдаю здесь возможности драться, когда ты зависаешь на стенке. И это не очень классно. Ёб твою мать. Не то хотела сделать. Без шансов, да? Хорошо. Ух
Прикольно. Ау. Что-то я пока не пойму. Туда пройти не могу. Сюда проходить некуда. А как? А как мне вот туда-то деться? Здесь ничего не открывается. Но оно же реально похоже, как будто туда можно пройти. Так. Сдается мне, что все-таки как-то вот в эту сторону надо топать. Только я вот здесь залезть не могу. Я могу раскачаться на ней? Эх, а как? Мне третий прыжок нужен сюда. Мне же сюда на самом деле еще не рано. Мне ж по заданию в эту сторону надо идти. Почему я не могу туда пройти никуда? Блин, игра. Библиотека руин как-то раз корейцы сделали SCP с примесью Киша и Кабалы. Это вроде как вторая часть. Киша и Кабалы. Из Киша я знаю только песни. Какого Киша ты имеешь в виду? Объяснить, пожалуйста. Сейчас моментик. Блин. Чат, что делать? Так, еще раз, подождите. Там... Сюда я не могу никак залезть. Ну вот не лезется оно. Сюда тоже. Так. Я на лапке передней стою. Посмотрите, какой акробат, Ля. Взяли сказки и мифы сделали страшнее. Так что именно того... О, это интересно звучит. Библиотека руин. Это кто вообще? Это от кого вообще это? Сие чудо. Это звучит недурно весьма себе. Ап, тихо. Да, откуда? А, спасибо, что хоть отсюда. Вот оно что. Очень далеко камера уезжает. Я описываю, это первая часть корпорации лоботомия, библиотека и другой. Это вот это вот эта лоботомия. Кто-то из вас, мне кажется, то ли ты, то ли Макар до сих пор ждут этот вот обзор от Шони на эту игру, да? Я помню, потому что Шони мне на самом деле-то торчит еще эту сигну. Я это запомнил. Да блин, а как мне запрыгнуть? Макар. Ну вот, я просто помню, что это было такое. Ты ждешь Югио? Ебать. Да блин, а как? Сигнал, от которого немецкий пиксельный хоррор? Что за сигнал? А,
А как запрыгнуть-то? А как допрыгивать? Я не понимаю, я уже кнопки вжала, прям, мне кажется. Сложно. Я убьюсь, интересно? Ой, я не убилась. Успех. Ой, там наверху что-то, смотрите. А вы не видите, там камера стоит. Ну, в общем, там что-то было, я не знаю что. Выглядело немножко странно. Муха, уйди. Они даже врагов списать решили с этого, да? Я бы так посмотрю. Я не долетаю до туда. Я тут не долетаю. Я так не люблю начинать вот эти вот, блин, игры, когда ты еще не прокачанный дурачок, бегаешь, просто из угла в угол тычешься и не можешь пройти, потому что тебя просто нет обилок, еще чего-то. О, привет. Мы, Моки, знаем, где упала совушка. Ну-ка, колитесь. Недалеко от дома, который мы покинули. Тихий лес. Жуткий лес, страшный. Совушка. А вот теперь это похоже, что мы действительно будем за сову играть. Надеюсь, это не так. О, слава богу. Полок добрый, полок поможет. А добра играет за сову. Не, я бы не хотела. Я не очень люблю игры, в которых мало того, что механик само по себе довольно много, еще и играть нужно еще за кого-то, помимо главного персонажа. Это... Взгляд Полока падет лишь на достойного. Ну, так гласит легенда. Это, конечно, не Полок, а просто статуя. Да и глаз у нее нет. Раз так, о каком взгляде может идти речь? Тоже мне легенда, эх. Спасибо, спасибо. Это все, что ты мне хочешь сказать? Великий Полок никакая не легенда, он и впрямь существует. Когда свет покинул Иву духов, начался упадок. Полок не опустил руки. Вскоре в лесу, где жили Моги, стало слишком опасно. Если бы не Полок, им бы просто некуда было пойти. Поэтому они зовут его своим хранителем, даря ему упадок сюда пока не добрался, но это пока. Они озвучены как эти симы. Опа. Это мы повезде воду убрали, интересно, сейчас? Прям повсеместно убрали? Вот, там примерно такая жижа в углу была, которую вы не видели. Да, я так и знала, что ты упадешь на меня. Стоп, погоди, а там что за проход был? Вот
между скалья, да, вот это вот. Вот это вот. Это похоже на мордочку барашка. Смотрите, это нос. Это рот. Это глазик закрытый. Видите, барашка? Чирявенький такой. Стоп. Прыжок прожала, а куда прыгать не поняла. Так. Ау. Так, нас чему-то сейчас научат. Я немножко скучаю по Сейну. Как-то хотелось бы, чтобы он с нами был. А только дух. Блин, что-то как-то слишком много всего. Это что, прям переключаться нужно будет? Это... Ого. Дерево, ты чего? А как достать вон там вот штуку наверху? Он скатывается. Так, сейчас погодите. Будем пробовать. Во. Ну это уже какой-то трейн, нет? А я застать-то забыла на нее, блин. Я случайно, сейчас, подождите, соберусь. Все, я никуда не нужно нажимать. Я видела, что она вот такой вот формы, и что на него можно как-то запрыгивать, так смешно получается. Тут автотаргет, это нечестно, как минимум. Я забагался по... Тут звук такой. А, это я что-то тут вот как раз-таки... А! Вот оно как. Угу. Ты не хочешь вниз на ней уехать на платформе? Зачем? На какой? До трена не хватает навыка создания платформ. Ну погоди, погоди, то ли еще будет. Там некуда вниз ехать. Обманываешь меня? Там я ж снизу приехала. Ну вот тебе практически навык создания платформ. С какой-то стороны можно на это именно так посмотреть, я считаю, разве нет? Забрали и быстро убежали. Каменный глаз. Чудесно, великолепно. Вдруг бы нас тут сейчас оставили навсегда. Была... Вот до этого момента была уверена. Септусем, брат. Ты меня путаешь зачем? А в какой низ ты мне предлагаешь на нем уехать? На какой низ ты мне предлагаешь уехать? Тут кнопка только наверх. А, не только получается. Подожди, стой. Стой. Подожди. Я вот вроде поняла, а вроде не поняла. Вот так вот ты хочешь, чтобы я встала и вот так вот вжу? Жесть. Да, акула, чат. Спасибо. Фрагмент, опять фрагмент ячейки. А когда уже целые ячейки будут? Блин. Черт, побери. Нет?
нет, я, да, я могу иногда. Редко, конечно, но могу. Это не ацтекские руины, да и ты не Индиана Джонс, что начала ловушка. Ну вдруг... Вдруг меня оставят в ловушке тут. Буду жить, почивать здесь. Не, ну это прикольные механики, конечно. Мне они даже нравятся. Вот аимбот, правда, здесь такой. Я же все-таки, ну, не из этих, не из читеров. А здесь прям жесткий аимбот. Хотя нет, мне кажется, что еще целиться в платформеры, вот, вот только этим, как говорится, я не страдала. А как мне его стукнуть там, интересно? Да, я понимаю, что это не единичные вещички. Надо быть внимательнее. Ну, я это не... Как это слово? Это не тот человек, который, типа, дофига внимательный и обращает внимание на детали. К сожалению. Она не имеет свойства, да? Как-то... А я в воздухе могу стрелять? Ёб твою мать. Ну, это, наверное, как-то так все-таки должно работать. Вы не закрывайся, пожалуйста. Пожалуйста. Вы не закрывайся, сейчас приду. Дзинк. Идеально войдет в каменную глазницу. А где у нас были каменные глазницы? Забыла. Все загадки довольно-таки простенькие. Их просто нужно заметить. А это для меня это уже отдельная задача. Наверное, там, где я барашка увидела, да? Цепта, ты уже дома пришел? Прям в соседней локации справа, вот прям справа. Золотая рыбка. Прям в соседней локации справа. Справа. Вот тут. Закрыла. Я закрыла. Какая золотая рыбка? Иди направо без карты. Куда? Куда идти-то? Ой, они сами на место встали. Ой. Но ведь это... А, ну это и был барашек. Это нос. Это губы, это глазки. Почему ты так говоришь? А почему он так говорит? А он так... Почему он так говорит? Какой смешной. О, мои покупатели с благоговением говорили о неком сутящем существе. Скажи, твои сородичи часто падают с небес? В своих странствиях я встречала немало любопытного. О да, кто-то падает, кто-то летает, кто-то бродит, кто-то скользит. Но все они мои покупатели, им нужны осколки духов. А что? Улучшение осколки духов. Подожди. Подожди ты. Ой. Ой, прости, пожалуйста, их жму, правда. Нет, тот пернатый путешественник у меня пока ничего не покупал. Видишь ли, у нас с ним возникли разногласия по поводу отношения к старинным храмам. Я убежден, что мои превосходные осколки не должны пылиться в забвении. Впрочем, я уже утомился бродить по свету. Может, когда-нибудь открою где-нибудь лавку? Где-нибудь, где не так промозгло. Так, ну-ка, покажи мне. А, прокачивать то, что у меня уже есть. Ага. Это интересно. Получать одну дополнительную чайку жизни. Блин, это так интересно звучит.
Максимальная жизнь энергии меняется местами. Зачем? Если больше урона летающим врагам, шанс нанести 50% дополнительного урона стреляет 10%. Ну, я не АХЗ. Пока мне не особо интересно. Много маны, но мало хп. Это много маны, 3 штуки. А, ты про это? А-а-а, блин. Боньк. Знаешь, может, хп мне все-таки и пригодится? Ну, кто знает, как бы хп никогда лишним не бывает, я считаю. Еще 200 есть. И одну ячейку энергии, все. Пусть будет, пусть будет. Да блин, серьезно? То есть, подожди, здесь по прохождению игры у меня не будет дополнительной жизни? Жизни появляться? И этой механики пока не поняла. Серьезно. То есть, оно будет работать только вот в таком виде, да? Обалдеть. Ну ладно, что ж. В любом случае, мы имеем, что имеем. Пойду подхилюсь, коль уж у меня есть целая одна жизнь. Она прям так светится другим цветом. У меня не будет повышаться количество этих жизней здесь, так? А когда? Чтобы он меня придавил, ты имеешь в виду? Ой. А, ты про это? Ты про это? А, вот, максимальный запас жизни возрос. Все, теперь окей, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, теперь у меня получается две их. Теперь мне их... Ладно, теперь мы можем вернуть, допустим. Допустим, меньше урона. Пусть будет меньше урона. Это две было, да? О, хорошо, все, я запомнила. Надо это делать быстро, я так понимаю. Вот там внизу выглядит этот шарик, как будто в него тоже стрельнуть надо. Музыка Гарри Поттера напоминает мне, если честно. О, здорово, Моки. Ты дух, да? Я видел твое привидение. Там это слово было, я что-то не обратила внимания. Нет, серьезно, есть только одно место, где бегают духи-призы, привидения. Там было привидение написано, да. А, как-то раз хотел побегать с ними при рынке, но никого не догнал. Новый слух? Это задание? Очень много заданий. Ай-яй-яй-яй-яй. Да хватит, ну почему ты не цепляешься-то? Ну я поняла, да, это типа такие сайт... Классно. Сайт-штуки такие. Как гоночки в Ведьмаке.
задание с этим... Нет, надо еще раз разговаривать. Точно привидение было написано. Стример негодовать от сообщений? В смысле? От каких сообщений? Ах ты крысич! Блин. Ну дает. От сохранения я негодую, это правда, да. Потому что в первой части все как-то работало, ну, иначе. Вот оно вроде сделано хорошо, но оно сделано по-другому, вот в чем дело. Не так, как в первой. Не хуже, конечно, но по-другому. Нет, знаешь, оно вроде тоже приятно, но я же привыкла все-таки уже вот к этому в первой части. А, ну да. При локации прошел, сдох. Я... Блин, зря это. Я же вам говорила, что у меня прям такое четкое... Так. Строгая необходимость в играх самостоятельно сохраняться. Это мне больше уверенности привносит. Потому что, допустим, в Ори я знала, что если я не сохранюсь, ну, в первой части, я не сохранилась, значит, все, вот, значит, мне нужно туда-туда-туда вернуться. А здесь это не совсем так. Ого. Так. Блин. Что там наверху что-то, да, получилось? Нет. Так, а подождите, а почему я... Ау. Почему я стукнула? А-а-а, там что-то под водой открывается. Нет? Да? А-а-а, вот. Ну блин, это же под воду. Мне нужно еще воду спустить как-то. Так, хорошо. Так, тут у нас что? Отстань, муха. Хорошо, это я сделала зачем? Никак, да? Да я-то оно, конечно, заметила. Блин, сама застряла. Сейчас по... Так. Камешек, ну это как бы было логично, конечно, что здесь это камешек есть. А как я тебя обратно теперь? Алло, окей, все, понял. И только не по голове. Блин, я думала, она его прибьет. Типа. Хорошо. Я не видела жабу, Макар. Да я, ты видишь, я целюсь. Куда ты меня стукаешь? А, ну теперь таймбот не работает. Ну такая мышь. Мне похилиться. Было бы неплохо.
Так. Кого? Я ничего не нашла там, я ничего не забирала. Если я ничего не могу найти, я не могу ничего забрать. Так, еще раз. Попала. Ща, погоди. Не скатывайся, пожалуйста. Сейчас, секунду, сейчас все зажму. Нет у меня ничего. А что там? Везде подралась, только не в ту сторону, в которую нужно. Да, потом. Все потом. Подберу все везде, подберу. Ты сказала, что она под водой, я воду-то вроде убрала тут, вот, может быть. Ага. Может быть, как раз та вода и убралась, которая нам нужна для того, чтобы попасть до этой штуки. Я просто не поняла, где она находится. Типа, вроде около дерева, а потом я не поняла, куда идти. Вот, подожди. Да, подожди. Некоторым удается ее пропустить. Почему-то не одна так. Так, оригинальный геймдизайн для того, чтобы можно было подобрать сразу, так я ее даже сразу не заметила. Я до сих пор не поняла, про что речь идет. Тварь, ты побери. Ах, вас тут теперь две, ну да. Пожалуйста, хватит меня бить. А ты сразу понял? Прям сразу все увидел, сразу все понял? А я вот такая, я невнимательная. Чтобы мне что-то пощупать, то есть, ну, как бы я же тоже люблю что-то пощупать, когда увижу. А мне, чтобы что-то пощупать, нужно это что-то сначала увидеть. А у меня, как минимум, с этим проблем. Блин. Да блин. Просто мне хочется продуктивно проходить. А так как у меня затыки могут случаться на ровном месте, по этой причине я смотрю на карту довольно часто. Да... Твою мать! Мы открыли? О боже. Ужасно. Я не могу привыкнуть к этой боевке, вот честное слово. Они вот так вот не отбиваются, да? А как мне до нее попасть? Хорошо.
А я точно тут все сделала? Какой-то очень странный маневр. Мы же могли также через верх вернуться. Зачем надо было вниз падать тогда? Упасть вниз, чтобы открыть вот здесь этот проход. Вы вот эти вот все какие-то непонятные мувы совершать. Я не совсем понимаю, зачем вот это вот сейчас происходит. Когда можно было это просто не делать. Вроде ничего там супер вверх, сверх. Невероятно важного не было. Черт, тихо, 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 тихо. Да вы чё, вы чё, вы чё? Тихо, спокойно, расслабьтесь, расслабьтесь. Нет, когда мы после того, как мы спустили воду, тоже не обязательно вниз-то было падать. Воду-то мы спустили. А потом мы спустились еще ниже, и там еще один рычаг дернули, чтобы открыть проход, который просто можно было сверху пройти. Ну, такое, в общем. Ну, может быть, но просто как-то вот так вот оно кажется, что нелогично. Ну, ладно. Так-с, воду мы спустили. А дальше что? Блин, лучше бы хилки с вас посыпались. А что надо дальше-то делать? Ну, не понимаю. Хилку, блин, пожалуйста. А, ну я здесь просто никак не могу А, могу. Лол. Нет, 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 нет. Да, блин. На него упал камень сейчас. Ой, что-то спина затекла. Смотрите, скользит серфер наверху. Вот обратно нам, вот это обратно надо. Теперь хилка у него есть, конечно. А, все, я поняла. Ёпть, я поняла, что это смысл. Это то место, где как раз вот направо не обращают внимания, а налево обращают. Убила, убила об этот, об колье. Вижу, это инкогнито, где белые края, это края карты. Да это я понимаю, конечно. И это я тоже понимаю. Этому-то меня, знаешь ли, смотрение на карту в первой части научило. Бля, вот это сейчас супер было бы неловко. Рыбья. Рыбы светятся. Оу. Мне не показалось. Я еще такая думаю. Я сейчас забачу и аккуратненько назад отпрыгну. Ага. Блин, черт. Стоп. Еще раз. Повторим. Так, ладно. А как это сделать-то? Я попал. Попробовать прям... А, я упала под... Попробовать прям за низ зацепиться. А, ну можно же просто так. Все понятно. Ща-ща-ща. 10 тысяч траев, и я смогу. Ать, я застряла. Сразу стих в сторону, в которую хочешь стрелять от коней. Я пытаюсь. Я
Куда ж ты лезешь-то каждый раз? Здравствуйте! Вам хочется тяночку? Слушай, я дурак? Она же работала там как ну. Не знаю, это ты пришел. Вот ты мне и скажи. Она и сработала. Она работала до этого. Она сейчас больше не работает, блин. Достаем электронную лупу. Как дела, Игорёш? Да хватит меня... Пожалуйста. Больше не получится. Кайф дела, ты что ж вкусно покушал чего-то? Так кого ты, блин? А получилось один раз. Тебе все равно сюда рано? В смысле? Ну где? Ну видишь, тут ничего... А подожди, а я просто подняла стенку или что? Или... Быстрый выстрел. Ради чего я так парилась тут? Просто, когда я в нее попала во второй раз... Когда я попала в нее в первый, здесь был прям такой скрежет какой-то, звук, как будто что-то происходит, как будто какой-то механизм завела. А когда я попала второй раз, этот скрежет перестал быть. Я так подумала, что, ну, типа, там все закрылось, или там что-то перестало работать из того, что мне нужно было. Поэтому пыталась во второй раз попасть. Я просто, как это сказать, пыталась добиться своей цели. Я не глупая, правда. Ой. 10 часов кушать нельзя? Почему? Ну, чаечек хотя бы попить. Альсина Артисановна жестикулирует, типа... А? Альсина, блин, Александровна. А можно, пожалуйста, вот? А? Ля. Я хитрый. Ты вообще меня смущаешь? Я не помню, куда мне идти теперь нужно. Пришел меня смущать. Мне нужно тыкнуть еще одну. Да, мне, наверное, нужно направо пойти. Вниз, не надо. О, там картограф наверху. Хорошо жишь. Чем там еще занимаешься, кроме смайта? Планируешь спать еще? Ты планируешь спать через полтора часа? Так. Это я, да? Так. Там можно вон туда, можно вон туда. Мне воду спустить надо где-то вот тут вот. А там я не смогу залезть. А я смогу вот тут, наверное, да? Тут наверху я была. Да, мне нужно... Уйди! Блин, капец, ты мне тут вот вовремя... После такого стрима я унился, да, переста. Я знаю, что я потрясающе красиво играю в платформеры. Я знаю, что это не оставляет никого равнодушным. Что это? Это, да, это я. Я лучше сразу тут умру, потому что я не хочу с ними воевать. Хочу сразу вот так вот от них уйти куда-нибудь. Буду в воздухе воевать на вашей территории. Получай. Зачем ты продолжил? Остановка была явно на ей. Я знаю, что я потрясающе... Нет, потрясающе играю... Что ты такое болтаешь? Потрясающе играю... Платформеры, я хотела сказать. Ну, спасибо. Ой.
Это как это? А что это? Мне же нужно воду еще спустить, правильно? А стукать меня больно будет? А! Там ячейка жизни, там ячейка жизни. И вот это вот, я не поняла, что это такое. Септа. Септа, объясни мне, что это и зачем это нужно. Я же вторую штуку такую, но я только не могу понять, что такое. Там не написано ничего. Первый раз Twitch пришлось смотреть на Full HD весь экран. Разве первый раз это платье надеваю? Я знаю точно, что я его уже надевала. Это я прям вот 100% тут могу сказать. Да-да. Да, это платьюшко. Четыре из 20. Просто если меня сейчас убьют, мне знать не возвращаться за этой штукой или нет. Здрасте, вам подол не нужен. Ну, да, может. Где вниз? А, к этому картографу уже, да? Связано с забавой. Мы забавы любим, всякие разные забавы. Забавные. А, ножки намочила, блин. Будь здоров. Будь здоров. А, вон тут же еще вниз можно. А как мне забраться туда наверх? А как? Еще ниже. Что так быстро? А, в смысле, про подол, что я так быстро согласилась или что? А. Балда. Чтобы попасть вверх, нужно идти вниз. Тут все логично звучит, в принципе. А можно выстрел? Лук, выстрел, лук стрелять. Найс, я промахнулась. Зачем? Да зачем? Ты дурной. Не получается. А можно мне похилиться где-нибудь? Стоп, подожди, это же... Стоп, подожди. Ну да, я оттуда пришла. Я сейчас прыгну в ту сторону, и она меня продамажит. Зато с фулом хп вас... А я до туда и не допрыгнула бы, в принципе, ладно. Как же хочется тяночку! То есть шанс как бы есть допрыгнуть, но он такой мизерный. Не-н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 е. Тут тройной нужен, да, прыжок? Он как-то странно прыгает, он... Ну, понимаю. Он прыгает как-то сразу вниз, он вверх вот отсюда. Вот так вот прыгает, а вот по-другому нет. Я еще не доросла, да? Ну да, ну да. 10 000 раз нужно возвращаться. Будет. Да, попаду туда больше. На бронь подол. Спасибо. На бронь. Ой. Я жду от тебя гадания. Спасибо большое за соточку. Спасибо, спасибо. Бронь подола, бронь. У нас бронированная, бронированный подол будет, а сверху кружева. М? Сильно, да? Да. Как у... как зовут... Кулобы, да, Любы, у Любы. Мы тогда хихикали, кстати, с Турсом по поводу этого. Помнишь, когда он написал там в чат, что, мол, Лариса, за место Ариса, Лариса, вот я нарисовала картинку. И вот это вот как раз мы хихикали тогда, что Лоба, Люба, вот, Лобу можно как Люба нарисовать.
Я что-то сегодня только вспоминала Ларису свою потрясающую. Блин, мне нравится, что я могу здесь умирать сколько захочу. Мне определенно это нравится. Но я не то чтобы планирую всегда это делать. Ну ладно. Так. Смотри-ка, я иду прям куда мне нужно. Активировать пьедестал. Это колодец, да? Это костер. А. На каждой кунай найдется своя рейв, так сказать. А, слух разведан. А, вот это мы куда же. А нам как-то вообще не сюда. Нам сюда же не нужно. Гонки, блин, какие-то. Чего непонятно? Я хочу попытаться дойти сегодня хотя бы до сюда, вот. У нас час остался прохождения. Где? Я не вижу. Я внимательно очень смотрю, ничего. Ты что, меня обмануть пытаешься? Не сработало. Ты что, дурак? Это вот это типично, типа роняешь ручку. Вон, я увидела, куда идти. Сначала не увидела, потом увидела. Привет, Шони. Жук, носорог. Не шей мне срок, мамочки. Ты чё орёшь? Ты нормальный, нет? Матерь божья. Так стись! Ёпт. Слушай, ну страшно, вырубай. Я бы уронил ручку. Роняй. Это обман из разряда «нельзя посмотреть в потолок с высунутым языком». Я почти повелась, батл. Да я пока его заряжу! А, ну ладно, все оказалось не так страшно. Спасибо, Сэп. Я почти купилась. Шоня, как дела? Как зажила татулечка? Она уже, по идее, у тебя 2 недели прошло, по идее, она уже у тебя должна такая отшелушиться уже почти до конца. Посмотрел, да? Я нет. Я просто как бы это... Я ко всему готова. Поискать что-то на полу еще могу, а вот смотреть в потолок с открытым ртом я не буду. Лампа чуть глаза не выжгла. Какие у вас еще есть вот эти вот ваши вбросы? Что еще нельзя просто так взять и сделать? Сейчас вот просто сидит и не может сосредоточиться. Там все улажено уже. Она шелушилась, да, но еще сохраняется ощущение сухости. Так что по КД продолжаю увлажняющим кремом мазюкать. Ну, еще довольно долго надо будет, да. Свести локти вместе. Это вранье. Я не буду пробовать, но я это знаю, потому что я уже один раз на это чуть не купилась. Дерево. Прям рядом боялась страшно, что не приживется, и аллергия пойдет. РБ. То есть я могу теперь... Я могу... Дэш. У меня есть дэш. Я прям сейчас касаюсь локтями живота. О, я что увидела наверху? Уж не своего. Нельзя коснуться носом живота. И вот здесь надо, типа, можно и не своего. Игра мне кучу нервов сожрала. А мне все говорят, приходят, говорят, типа, такая нервная игра. Я бы сказала, что я с вами не согласна. И там момент хотела кататься по полу и орать. Ну, мы прошли первую часть. Первая часть, в принципе, прошла нормально. Было пару моментов такого гореница небольшого.
но в принципе вполне терпимо. Легкая, приятная. Почему-то ее не допрошел в таком случае. Мне интересно, я могу дэшиться через врагов без дэмэджа? Нет, не могу. Конерная игра, да, конерная игра, да, проходи. Иксменов на Сеге. Иксменов на Сеге? Иксмены на Сеге были? Подожди, ты же, по-моему, говорил, что ты ее типа, не допрошел или как-то так. Или ты Hollow Knight не прошел? А, первую часть на 100% зачистил. Понятно. А как мне наверх забраться? А, я могу же в воздухе дэш делать, да? Мальчишка, герой развлечений. Пузырьки! Ты помнишь, да, что Мерси к нам уже не приходит на пузырьки? Я не знаю, почему, что-то они прям разонравились. Пузырички. Кузь батл. Пузырички. В смысле? Ля, красиво. Чё-то ставить-то сразу. Вон сколько пузырьёв. Мне ещё сегодня спать. Да перестань. Ты просто бери и спи. Делов-то. Так. Можно наверх. Хотя там вот выглядит на самом деле так, как будто... Я... Мне интересно, я смогу допрыгнуть? Блин, я... Ну, блин. Проверить хотела, проверила. А сейчас вот мне нельзя ошибиться. Одна ошибка, и я ошиблась. Обычно ты зря приходишь. У тебя есть чувство, что ты пришел зря? Обманула дурачка. Вот эта механика мне не особо, если честно, нравится вот с этой вот штукой. Она прикольная, конечно. Но не особо мне нравится. Не пимав. А, я здесь не была, кстати. Я вот так вот могу до туда добраться. Надо. Был один раз, когда вы с Оливушкой такой мыльный опер смотрели. Офигенный же! Ты прям реально пожалел, что ты пришел? Офигенное кино, между прочим, было. Да ёб твою налево. Было. Офигенное кино было. У нас не было мыльной оперы. Мы просто обсуждали, что там классные мужики были. Не вижу ничего плохого. А как мне допрыгнуть до туда? Не понимаю. А я не совсем понимаю. Так я пытаюсь дэшиться, он не долетает у меня.
Во, вот сейчас долетел. Я пыталась дышаться, он мне просто вниз падал. Зачем-то. По жопе. Тайминги, да, да, обожаю, кстати, игры с таймингами. Кто не знал. Да он зачем убивается-то? Ой. Громко было, извините, если что. Вы одолели 10 врагов, убившихся об окружающую среду. Куда ты прыгаешь? Среду, блин. Ты думаешь, я так не могу? Стреляется он в меня. Так. А, ну мы все круг сделали. А чё мы здесь? А мы просто зачистили локацию. Нам вот сюда вот нужно, да? Не, я хочу дальше проходить. Я не хочу гоночки. Так, мне нужно наверх сейчас. За гоночки 1000 очков дают. А ты знаешь, как байтить меня? Он так красиво прокрутился сейчас. Ля. А, вот, теперь я могу до сюда допрыгнуть. Найс! Байтер на септе. Я пытаюсь вспомнить, что мы последнее с вами на стриме смотрели. Мне кажется, это был фильм от Вовы. Про писательницу. Ну как писательницу? Плагиаторшу вот эту вот. Как это, не могли бы вы меня простить, или как-то так он называется? Да блин! Добрый вечер. Люпо. Приветствую тебя, воплощение Кволока. Этот край — владение Кволока, хранителя Утопии. Благодаря его заботе здесь почти ничего не изменилось, когда пришел упадок. Не желаешь провести карту жабьего жилища? Конечно, хочу. Конечно. Мне не очень нравится, что здесь нужно покупать карту. Типа, в первой все было так. Своими силами собрал, своими силами прокачал, своими силами купил, и вот это все. А здесь прям покупать что-то надо. Какие-то торгово-рыночные отношения. Опачки, что я здесь вижу? Но здесь, наверное, плюс в том, что тебе карта сразу показывает, что где стоит, что где находится. Это удобно. Ну да. Тоже да. Вон, мне, короче, наверх надо. Огромная карта? Это, по-твоему, огромная? Это еще не все. Так. Игра сохранится, надеюсь. Нет! Господи, это было страшно. Получай по хребтине, мышь. Они говорили, что первый биом, он размером... За всю первую игру? Серьезно? Сколько часов нужно, чтобы пройти? Просто пройти, не на, типа, не на 100%, просто пройти. Охренеть. Нет, ну если она прям очень долгая, я просто ее не осилю. Потому что платформеры, они приятные, ну, в небольшом дозированном, так скажем, количестве. А когда их, ну, они слишком долго проходятся, они, ну, не то чтобы надоедают, но... Ну, типа, не так много интереса, как могло бы быть, что ли. Да ёб твою ж... Блин. О, понимаю. Отстаньте. Да ушли. Не то хотела сделать. Пожалуйста, можно я попрыгаю спокойно? Спасибо.
Лутер на 40 часов. Я его, по-моему, сколько? 2 стрима у меня по нему было, или 3 стрима. 3, по-моему. Я дошла до... Вроде бы, я дошла до вот этих вот... Можно их назвать так, нет? Вот этих вот сестер, где там вот три вот эти вот букашки были. Вот, я до них дошла. Угу. Вот, до них я добралась. О, господи. Мне не попало. Или, ну, они прикольные, да. Вроде бы я до них дошла. Мне кажется, что было такое. Первая пятеринка. Это называется 1/5 цепка. Ну, смотри. Тут у нас вот лощина какая-то. Вот тут какая-то карта часть будет. Она же потом еще расширится. Это же не вся, правильно, Лока? Она же потом еще расширится. Еще больше будет. Ужас, конечно. Но это страшно, это страшно. Когда так много ходить надо. Ну, зато мы здесь почти все залутали. Вот опять остается здесь вот эта вот штука. Вот тут вот. И вот тут вот. Слушай, а тут между кострами-то можно перемещаться? Кае. Прекрасно. На 10 часов прошел, и как будто на один... За 10 часов... На 100% за 10 часов? Ты меня обманываешь. Ой-ой-ой-ой-ой, мешки. Подожди, я не готова. А как мне тебя, как на тебя? Блин, он прыгает. Надо запомнить, что он прыгает. Чтобы победить, надо бить и побеждать. Это ты верно сказал. 90%. Не в ту сторону прыгнула, блин. Я не достаю до жопки. Да блин! Сейчас, подожди, сейчас еще раз. Сейчас нормально все будет.
Белосилке будет тяжело, возможно, с другой стороны, натренируешься, тут боссы не лишены интересных механикой, противодействия им механикам жад. Да не в жадности дело, не в жадности. Я не планировала, но само нажалось. Блин, что-то я... А можно мне не зажимать в угол, пожалуйста? А как надо высоко прыгать, чтобы он не продамаживал тебя огнем? Настя, представь, что это понтифик, да боже упаси. Так я прыгала двойным прыжком, он почему-то то ли не всегда, блин, то ли не всегда срабатывает. Пожалуйста, двойной прыжок. Ста. Что? Чем он меня стукнул? Куда я лезу? А прыгать будешь? Почему ты такой странный? Ужас. Пусти. Мама! Слишком близко к этим штукам. Погиб. Взять жука за рога. Взяла жука за рога. Ну, прикольный, прикольный. Вроде босс, 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 как босс. Не, ну механики, да, механики максимально понятны. Но так, если разобраться, в чем сейчас большая разница вот этого Ори и первого Ори? В том, что в первом Ори, по сути-то и не было никаких боссов. Были только локации. Вот. Так что здесь, да, приятно, что появились боссы. Все остальные сразу больше. Ну, зато из виду не упустишь, так сказать. О, знакомая нам история, кстати. Спасибо. Свети белки мне знакомы. По механикам разнообразности и сложности акробатики. Не больше... А больше механик, в смысле? Ой-ой.
можно мне как-то повыше вот камеру сделать, пожалуйста? Будь здоров. Аж прям ровно в него попало. Пуф. Пуф. Я не считаю, что так надо. Может, я бы хотела бы. Найс. Да блин. Да не плюйся. А он может теоретически доплюнуть до Тора? Бум. А как? Нет, это не вариант. Блин. Хорошо. Значит, нам сюда еще рано. Ты чего? Автонаводчик, но это нечестно. Вот. Сейчас мне дадут штуку, чтобы я могла от этого могла. На ЛБ? На ЛБ? Вы в своем уме? Ну, типа, да, по-разному завернуты, это я заметила. На R... Блин. Зачем? Кнопки-то зачем менять? А их можно перенастроить здесь под себя, мне интересно? Изменить? Мех. Наверное, я скорее не понимаю, чем понимаю. Блин. Зачем назначение кнопок-то менять было с первой части? Не долечу. Да ёпть. Нет, знаете, мне кажется, что вот моему геймпаду придет хана после этой игры. Потому что вот как-то вот в первой части поудобнее было с этим делом. То есть на Y было максимально удобно. Ну, мне, по крайней мере. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. В какой позиции ты встаешь с этим скиллочком? Наверное, они где-то похожи так издали друг на друга. Ну вот как я выгляжу, когда кастую. Я думаю, что, наверное, нет. Я не настолько внимательная, опять же.
Да блин, я-то жму не те кнопки, понимаешь? Я-то жму не то. Ты очень внимательный. В какую сторону нам сейчас идти, направо или налево? Внимательный он. А мне вообще-то нужно вверх идти, наверх вообще-то нужно идти. Ау. Мне вообще-то, между прочим, наверх нужно, между прочим. Вообще-то. Чпоньк. Сюда. 5 жизней, 5 жизней, чат, есть 5 жизней. Даже забываю, надо что-то еще хотела написать. Экранная лупа работает, я так понимаю, да? Да, вверху надо. Мне надо этот задание выполнить. Свое. У тебя нет очков. У тебя же нет очков. Подожди, у тебя есть очки? Есть? Я хочу фотку в очках. Вот что, как я придумала, классно. Ёптить. Так, хорошо. Туда вот-вот наверх можно попытаться теперь залезть. Сейчас подожди. Сейчас подожди. Фотка в очках не распространяется? Почему? Я имею в виду стрелу, именно так, да. Это что-то убьет, но я должен зачем очки, когда есть глаза? Think about it. Я понимаю, что надо сделать и как это нужно сделать. Другой вопрос, что я просто тупо не успею. То есть глаза-то они не могут уже воспроизвести половину цветовой палитры. Ты думаешь, я долечу так? А, ну подожди. Ёпт. Нет! Да, потрачено. Блин, нет, это что все? Это что, все заново подниматься, что ли? Отстань от меня. Я от врагов могу так же рикошетить? Получилось вообще-то. Да.
Мне не хватает парения. Я прям автоматически прожимаю кнопку, чтобы парить. У меня так хорошо получилось первый раз, я просто отцепилась. Ну не балда. Поняла теперь, почему у меня в орехе цветовая другая цветовая гамма? Серьезно, ты не можешь прям цвета уже в вас? А почему? А как это? Это как-то называется? Да ёб твою мать. Ну вот один раз же получилось, значит должно получиться и второй. Стукаюсь не туда, куда надо. Цепляться за шарик, когда он летит ниже, и лететь наискось. Сейчас попробую. Ну, а само зрение именно вот по качеству того, что ты видишь. Оно у тебя много хуже стало или? Минус 4. Нифига себе. Ничего себе, конечно. В этом, конечно, плюс, что, как сказать, то игры, допустим, дают возможность именно цветокор под себя подстраивать. А с какими цветами особенно проблема? Это получается, тебе даже машину водить нельзя, да? По идее. Я всему верю, что ты говоришь. А минус в том, что у тебя минус 5. Чувствуешь мое напряжение? Я справилась, справилась. Блин, я... Ой, не те... Ну, а что это за хвост? Что это такое? А что это такое? А что это такое? Довольно-таки странно. А плевать будешь? Ну ты крысок. Рассинхрон зрения? Это как? Да хватит высовываться, блин, когда тебя не просят об этом. Ты что? Там наверх можно запрыгнуть, я увидела. Подожди, стой. Тихо. А, можно наверх? Нужно наверх. Ах, в этом смысле у вас рассинхрон зрения. Простите, пожалуйста. Не поняла, не знала, блин, с первого раза. А можно быстрее плевать, пожалуйста? Не, вот простите, а как мне наверх забраться, если он так долго думает? Ясно, можно просто так. Если я типа нокнула 658 метров, у меня вроде все еще норм. Так это же типа зрение не в реальной жизни. А кто мне говорил, Саша, не могу с тобой стреляться на вдовах, потому что у меня зрение плохое, или это все отмазка была? Чтобы не стреляться со мной на вдовах. Жесть, Игорь, давай постреляемся на вдовах. У меня такая идея появилась.
Классная, да? Что, прицел не такой? Никакой. Почему? Потому что зрение плохое. Мы даже должны лешего были найти тут уже. А какая должна быть идея? По-моему, нормальная идея, вполне себе. Макар, я теперь вижу жабу. Дух в моих топях? Выходит, маги не ошиблись. Я хотел верить, но слишком уж много воды утекло. Я Кволок, приветствую тебя в моих топях, дитя. Это Джабаха. Теперь я, да, теперь я вижу. Маги говорят, ты ищешь свою подругу Сову. Она упала на востоке, далеко отсюда. На востоке. А там грустно. А у нее до сих пор дождь. У нас типа солнышко светит. Это птички поют, а там дождь у нее до сих пор. Как так-то? Это что, это яйцо? Сейчас она в тихом лесу. Грустно, мне так жалко ее. Вау. Она сейчас узнает всю правду. Она сейчас узнает, что из-за света погибла ее мать и весь род. Когда-то я ходил туда через тот водоем, но теперь вода грязна и зловонна. Впрочем, есть один способ. В руднике, что на западе затихла большая мельница. Так и знал. Ну, это логично. Мы же ведьмаки в мире Ориен. Да? Если ее запустить, воды снова станут чистыми. Окей. Понятно. Задача ясна, капитан. Я бы рад пойти с тобой, но я нужен Моки здесь. Впрочем, тебе не придется идти в одиночку. Что ты мне дашь? Да? Нам вернули пиздюка! Здорово, давно не виделись. Даш? Чё Даш? Пусть его голос станет твоим спутником в этих опасных краях. Но это, наверное, другое, да? Это как бы... Я голос леса. В последний раз я видел духов очень давно. Ну, похож. Я давно не покидал эти топи, но я справлюсь. Родника нужна... Родника. Роднику нужна наша помощь. Да, ступай к роднику. Научи воду течь, как прежде. Унтауа. Понял. Так, сейчас момент. Так. Ух, ничего себе шагать, я вам скажу. Нашли, ура. Могу на тебя запрыгнуть? А вода безопасная? Черт побери. А ты-то в ней как сидишь, дед? Опа, кошки вылезли. Вода здесь мутная, рыбачить нельзя, плавать тоже. Вода плохая. В воде тоскливо. Мельница затихла, потому что вода не движется. Все понятно, мы сейчас очищаем воду, и опять у нас тут прям все будет красиво, четенько и прекрасно, как в первой части. А, ну тут вода плохая, как бы. Не та кнопка. Я хочу кнопку на Y, мне неудобно. Ивасик. Похож. Мне нравится этот жаб, он милый такой. Да, он такой прям дед. Добрый. Дед в грибах. Так. Там везде вода, там я нигде не пройду. Кнопку на Y, да, хочу.
Так. Тут у нас вот наверх есть проход. А нам вот в эту вот сторону. А ближайший костер у нас... Вот он. А есть нам вообще смысл тэпаться до костра? Проще прямо пройти, наверное, да? Мудрый, добрый, сильный. Над костром? Над первым? Ну, в смысле, вот эта вот непройденная часть, туда сходить? Ты там увидишь кое-что, этот вот загадочник на септе. Окей, пойдем туда. Ёпти! Твою. А что внизу забыла? Ой. Ары-гу-ка-ри-ку, здрасте. Видите, все что-то там какие-то кнопки нажимают без конца. Там градус логичная концовка для стрима. Туда рано. Куда? Куда рано? Куда они кнопки открывают? Так они же туда и открывают. Ап. Каким-то чудом успела, блин. Вторым чудом я не успела. Где ты хочешь вниз? Вот сюда, в смысле? А где я хочу вниз? Да куда? Куда вниз-то? Куда? Я никуда не хочу вниз. Я хочу... Господи, я хочу... Вон туда. Вот сюда вот хочу. О, ну-ка сюда подойди. Еще раз. Почти. Еще раз. Пойти. Не, ну можно и так, конечно. Блин. Надо, чтобы она сюда подлетела. Эй. Да ёшки. Как мне её забайтить-то туда? Во. Благодарю. Уф. Она не подлетит, у них очень четкие границы агро. Видишь, все получилось. Все получилось. Стрим включит, сама забайтится. И у меня все. Ну, и у меня же все вышло, все получилось. Ты не Моки, я точно знаю. Моки не лопоухие. Я вообще-то наблюдательный. Это, кстати, я. Я, между прочим, наблюдательный. Моки не лопоухие, если что. Ищи дурака. На днях вот карту нашел. Я бы отдал ее картографу Лупы, но у него и так полно карт. Лучше отдам его другому, Пернатому. Говорят, он раньше любил карты. Может, и это ему понравится. Пернатому? Ты ведь отнесешь ему карту? Я видела его в родниковых полях. А, это вот тот, который. А этот. Тук-тук-тук вот этот. Тук-тук. Ты мне, я тебе. Слушай, я хотела посмотреть. Вот, мы еще одно задание выполнили. Доброе дело. И тут доброе дело. Вообще сотканы из добрых дел. Офигеть, тут всего находить надо, конечно. Да блин. Я правда стараюсь, честно, нажимать на те кнопки. Не попала. Не попал. Но я не попадаю, то ты. Так, а как он так-то вниз-то полетел? Листика.
Я сейчас убьюсь. Зато стенку разбила. Ай, молодец какая. Так, ты мне кусок карты дал? Дал. Да что-то как-то... Что-то как-то она нифига не крутая, блин. Застряла! Да божечки! А, ну оно разбитое, лол. Помогите. Почему двойной прыжок не срабатывает, когда он так, блин, нужен? Ужас. Я так и не поняла, короче, что здесь надо чинить. Что здесь можно чинить? Да, блин. Да, блин. Что это за издевательство-то? Опять убьюсь. Да. Я что, шутка для тебя какая-то? Да почему? Вот поэтому мне не хватает здесь ручных сохранений. Вот типа ты прошел какой-то вот этот вот геморройный момент, который не можешь пройти долго, сохранился, и тебе не нужно его проходить заново. Вот этого мне здесь реально... Да кого? Этого мне здесь реально не хватает в этой части. Наконец-то. Кошмар. Дело за малым, осталось типа не умереть вот на этом моменте. Ну вот, в прошлый раз все именно так и начиналось. С хилками-то, конечно, все, с хилками все проще. Давай-давай, стреляй. Сначала я разобью стенку, а потом я разобью тебя. Я попаду по тебе. Он прячется, сразу прячется. Ну, конечно, сыкло. Ой, это что такое? Кто-то стену разрушил. Это что за старикан? Ну же, подходи, подойди, хоть погляжу на тебя. Это что такое? Что это за странный? Можно, конечно, было угли-то и потушить к моему приходу. О, привет! Это вот тебе карта нужна. Чирик, рад за тебя видеть. Здесь славное место для гнездышка. Гнездышка, чат, это вот мы там с вами живем. Правда, пока не планирую обзаводиться жильем. Говорят, старый горлик по имени Гром хочет сделать поля еще красивее. Для начала пусть очистит воду, фу. Это не тебе нужны карты были, да? Окей. Ну что ж, не тебе так не тебе. Тебе? Гром. Таурен такой. Я уж не надеялся, что духи правдивые, но вот ты здесь. Нивен
это вновь стал домом для духа. Это ж надо так быстро разделаться со стеной. Да, строитель из меня уже не тот, что прежде. Но я дал слово устроить здесь пристанище для всех и каждого, кто пострадал от упадка. Жители полей на меня рассчитывают. Только больше ничего мне не выйдет без руды. Нужные материалы были заброшены, когда мои сородичи ушли в шахты. Объясни, все мои мечты о пристанище пойдут прахом. Хоть у меня горликовая руда, я бы сделала тебе поля пристанище. На. Ремонт колодца духов. Да. Хорошее начало. Этим я и займусь. Сейчас и займусь. Хорошо все-таки строить. Только так я могу назваться настоящим горликом. Настоящих горликов уже почти не осталось. Если увидишь кого-то похожего на меня, берегись. Не все мои сородичи ушли от искажения. Строй, строй. Колодичек, не болей. До того, как наш дом поглотили пески, духи чувствовали, что у горликовой руды огромный потенциал. Они так и не успели испытать то, что мы для них построили. Но теперь ты здесь, и мы это исправим. Не хочешь помочь усреднить с очередным проектом? Ну-ка, что я там могу еще сделать? Острые обстоятельства. Здесь повсюду растет лоза с колючками. Как будешь погулять, бросить некуда. Вообще... А, да только в этой локации только исчезнет, да? Услышал пескипер. Все, тебе пора отдыхать, мне кажется. Прикольно, да, что можно. Я помогу тебе. Просто попозже. Вот куда нужна вся эта руда, в общем, понятненько. Угу. Ну, прикольно. А вот еще чуть-чуть левее. Сейчас, погоди, дай мы сохранимся. А что там еще чуть-чуть левее? Что-то там... Блин, есть игра Drake Hollow, я не помню, как-то так она называется. И там вот тоже прям вот так вот все выглядело, и вот эти колючки прям очень сильно похожи на те из этой игры. И ходишь, бьешь, так весело. Ой, это что такое? А, это ты. А тут прям кошкин дом. Батл, ты тоже тут живешь? А, здравствуй. Я пришел из Топи, чтобы полюбоваться на ледниковые поля. Здесь и правда красиво, но очень-очень светло. В Топе солнце светит не так ярко. Так что мне приходится прятаться в тени. Вот бы мне шляпу, например, такую, ну та смешная. Шляпы у меня нет. Возможно. Этот квест на карте просто будет висеть, пока все не построишь. Я поняла, да? Шляпу ему надо смешную. Ну да, смешная шляпа. Дай шляпу поносить. Твое имя произносится с большим восторгом. Впрочем, в своих странствиях я слышал немало имен. Имена приобретают мои сверкающие осколки и уходят. О, да, все звучат одинаково. Но возле тебя мои осколки сверкают ярче. Полагаю, следует запомнить, как тебя зовут. О, вот и так, возле тебя мои осколки сверкают ярче. Надо записать, это красивая фраза. Но для этого тебе придется совершить что-нибудь этакое. Вообще, мне на самом деле много их. Можно улучшить, может, даже что-то. У меня сейчас стоит... Хотя я не могу сказать, что у меня прям... Что-то прям супер невероятно классное стоит сейчас. Подрезание крыльев. Искусство боя. Не, я просто смотрю как бы на возможность... Какая разница, у кого покупать? Святилище, говорит, там есть. А ты что скажешь? Тоже шляпа нужна? Они такие смешные, я не могу, они так лапками такие. Я долго странствовал и пришел в родниковые поля. Здесь просто рай для Моки. Моей семье здесь понравится, но у нас нет дома. Горлик по имени Гром, искусный строитель. Может, он сумеет нам помочь? Офигеть, тут задание, это реально похоже на Ведьмака остановил. Ёпт. А какому пернатому? Вот этому пернатому мне нужно было отдать карту. А карту какому пернатому-то надо отдать? Это слух, это мельничка. Мне надо карту кому-то из вас отдать, и я не могу понять, кому.
Слушай, тут есть колодец. Блин, не вариант. А, ну только если с этого колодца, тоже не вариант. Дофига топать. Оно само выполнится, когда придет время. Да понятно, просто это понятно. Просто я не вижу, где... Ой, никогда этого не делала. Ого, это мне вот надо вот сюда. Чернильные топи, лощина Кволака. Это вот эти три локи, правильно? Родниковые поля и родник. Или еще что-то есть? Или пока только три? Пернатум это, наверное, который птица в путь. Ну вот, я его встретила же. Но он ничего брать у меня не захотел. А где-то я его встретила же. Там что-то так блестит наверху. Ну тут, по-моему, да, он стоял. Вот он, я вот с ним поговорила. Нет. Нет. Не ему. Ты еще наверх не поднялась, эта локация. Нет, я понимаю, я в целом про объем локаций в целом. Что здесь выглядит, по крайней мере, так, что их еще две. Ну вот это вот вся лока. Вот родниковые поля, куда мы сейчас пришли, и родник потом. Но я не знаю, это, наверное, довольно странно, что если мы родник там к концу игры, допустим, запустим эту мельницу в конце игры, а нам же нужно воду очистить, чисто чтобы залутать все. Еще четыре, помимо вот этих трех. Их семь всего. Какой-то еще пернатый у нас, мне кажется, был друг. Где-то так. Понятно. Ну, блин, это она какая-то более, как сказать, она какая-то более теплая часть. Не в плане того, что поджигает сильнее, а в плане того, что здесь как-то более сюжет, что ли, ясен за счет того, что имеются какие-то диалоги, потому что там мы разговаривали только с нашим огонечком, который там нам какие-то cool story рассказывал. Вот, а здесь как-то других персонажей много, у каждого своя история, у каждого свой характер, и какое-то все более живое, что ли. В этом плане мне нравится. И музычка такая. Музыка Гарри Поттеровская. Прям я в восторге от этого. Это мне прям сильно нравится. Ой. Привет, Дива. Ча, еще кунушку. Как твои дела? Покажу. Спасибо большое. Спасибо. Я не сомневаюсь, что ты тоже зачетно выглядишь. Погоди, заканчивай. Да нет, я пошла просто проверить на всякий случай. Ты пока так и не встретила еще одного жителя, которого ты хочешь встретить. Хочу, да? Хорошо. Не, ну мы сейчас, да, скоро будем заканчивать. Минуток через 10 как раз вот ровно будет 3 часа. Мои дела, в принципе, хорошо. У меня начались выходные, 3 дня целых. Балдёж. Балдёж, вот. А как твои? Сейчас, что такое? Кого я должна еще встретить? Самое главное, где? С этим поговорили. С этим котом вот, наверх тут еще можно залезть. Ты пернатый? Мотей. За это ящерица? Точно не на карте. Тебе жалко, что ли? Уж не верится, настоящий дух Нивини, я с ним разговариваю. Ты вблизи ты меньше, чем я думаю, мне так в жизни говорят. Зато очень ярко светишься, так, кстати, тоже говорят. Я лично предпочитаю особо не светиться вокруг, знаешь ли, небезопасно. Но тебе повезло, я уже давненько за тобой наблюдаю, исключительно, чтобы убедиться, что ты в порядке. Хочешь прочесть мои записи? Конечно, да. Черт. Я поняла. Ну, давайте посмотрим. 36 это не так много, кстати.
11 в бою с врагом, 25 от окружающей среды. О, 1974 урона. А сколько у меня урона в целом? Просто враги и окружающая среда. Кто опаснее? Игорёша, что такое? Что такое? Сейчас. Что такое? Не, ну в принципе, 161 враг повержен на 36 собственных смертей, 25 из которых только от окружающей среды. Это не так плохо. Это не говорит о том, что я плохой боец, это говорит о том, что я невнимательный боец. Что я не в эти 170, но это как бы ладно. Трибун. Вот про что я говорила, да? Вот эти вот штуки. 53 тысячи набил. Дива, как твои дела? Игорёша, что ты хотел? Что? Почему молчить? Что такое? Сейчас. Это вот расстояние он считает как раз по вот этим пунктирчикам, или как? У тебя твой собственный личный сталкер, да-да-да. Господи, я не думаю, что когда-нибудь буду рада этому. Это прикольно, что тут так все записывается. А это я еще... А, ну я так понимаю, будут обилки какие-то открываться еще, да? Ну вот да, я помню эти пунктиры, он по количеству пунктиров считает. Вот и 53 тысячи, это не так уж и много вроде бы. 808 рывков, 586 прыжков на стену, 1395 прыжков, самая мощная атака 13. Ой, это вы еще баннер мой вчера с ореха не видели. А это что? А, свет, потрачено духовного света. Странно, что смертей так мало. Реально, 36 всего лишь. Потому что вот в первом оре, даже на первом стриме у меня уже было больше сотни. Да, действительно, я сама удивлена, я думала, их больше будет. Как-то странно. Блин, ну прикольно, они прикольно это все писали. Мне тоже казалось, что рестартов было много, особенно сегодня. А я смогу эту статистику узнавать только у него? То есть она мне в любой момент недоступна будет? Блин, это жалко. Чат, короче, будем пытаться после каждого стрима приходить просто к нему, и вот это уже будет гораздо интереснее, чем просто открывать ЛБ и читать, что там, или кого мы там тыкаем. Старт. Не в старт. У Дивы супер дела. Это прям отрадно слышать мне. Это классно. Кстати, что? Я бы сходил к макаке. Это. Что же это? Что это за значок? Что это за дырявый котел? Дырявый котел, это в Лондоне. Он такой смешной, я не могу. Игорь, сейчас наступило? К макаке, вот тут, который я стояла, ты имеешь в виду, да? Вот тут вот, который был. Ну, давай тэпнемся, в принципе. Она на базе. Это дразнилка была, то что да, окей, хорошо. Я не вижу лицо макаки здесь. Самое правое, вот этот? А, ну да, был такой. Ёп. А как мне, простите, можно как-то вас здрасте достучаться? Акуна Матата. Здравствуй, дух. Вот мы с тобой встретились в полях. Привет. Слушай, тебе же еще не доводилось бывать в родниках? Говорят, там скрыта старинная библиотека, надо будет самому там все осмотреть. Глядишь, там и увидимся. Хочешь отточить навыки? У него же то же самое, правильно?
А, у него же вот эти штуки. Это мне не нужно. Бросайте вперед звезду. Я не понимаю смысла бросания звезды. А еще, кстати, где с нами наш огонечек летает, не пойму. Что? Так можно? Подожди, а как это работает? То есть между кострами я могу типа без проблем в любом случае перемещаться. Ну, когда я на костре. А когда я покупаю эту штуку, я могу из любого места к костру переместиться. Охренеть! Да беру две. А я ведь не смогу с... не всему смогу тебя научить, например, тому, чего сам не знаю. Я слыхала о месте, где хранятся знания, старинные знания духов. Но вход туда откроется только самым наблюдателем. Желаю удачи. О, все, это потрачено. Привет, Гримневулин. Решили сделать послабление. А, вход туда сможет найти только самый внимательный. Ну, как бы... Туда нам и дорога. Как ваши дела, капитан? Свистать всех наверх. Ну, мы сегодня... Я не могу сказать, что мы сегодня офигеть как много прошли. Но так, прикольно было. Скажи, такую вещь у тебя есть? У меня нет. Нет, он у меня есть в списке желаемого. Но, кстати, подожди, я тебе сейчас скажу, есть ли он у меня. Сейчас, один момент. Потому что я знаю... Я знаю, Септа, да, что его добавили... Какое-то время назад его добавили в Game Pass. Сейчас, подождите, я музыку включу на фоне. Да, я помню, что его добавляли. А что такое? Я и забыла, да, действительно. Действительно так. До сих пор там... Ну, получается, что есть. Я думала подарить стену. Вам нравится приложение Xbox? Да, нет. Но я же играю в ваши игры. Это очень мило. Да, ну Game Pass это временно, понятно. Это как бы 3 месяца. Будет что, так сказать, играть. А в Steam можно и ачивки повыбивать. Справедливо. Блин, пакет воруют. Роман в чат зашел, не пойму. Не вижу Романа в чате, но пакеты почему-то воруются. Ачивки, да, я люблю ачивки. Гримневулин, очень внезапно ты так залетаешь с такими вопросами и желаниями кому-то что-то подарить. Ты часто так делаешь? Приятно, конечно, жуть. Так, я хочу, да, я хочу его посмотреть, поискать еще раз, убедиться в том, что у него на самом деле есть. Периодически. Это супер мило. Подождите. Что я даже догадываюсь, почему ты хочешь мне его подарить. Я видела, в каком... Где была эта игра. А он точно есть в этом? В геймпассе? Куда мне скинуть себе подарок в виде ключа? Ой, как интересно звучит. Ну, я как бы, ну, когда хочешь, куда тебе удобно. Там в ВК можно, в Дискорд, там как захочешь. Игра не очень длинная, на самом деле. 2-3 часа. Почему-то я не могу увидеть его в этом... Его не вижу. А, вот. Да, нашла. Конечно, в зависимости... Спасибо огромное. Жесть. Спасибо, Гримневулин. Вот это, конечно, врывы. Спасибо огромное. На загадках, да. Я, помните, мы с вами как-то сидели... Я не помню, но... Что это было? Мы как-то обсуждали вообще какие-то головоломки на стриме, что было бы неплохо во что-то такое поиграть. Я как раз говорила про эту игру,
Вот, что я хотела бы в нее поиграть, но я довольно, ну, довольно глупый человек. Не глупый, невнимательная я очень. И вот эти вот головоломки, это прям проблема. Мы-то с Сет еще разговаривали, что Сет говорит, типа, такие игры нужно на стрим проходить. А я вот, честно говоря, не сильно уверена, что вы хотите видеть 3 часа тупника. Ну, посмотрим, посмотрим, кто знает. Просто я помню, что я, мне кажется, какую-то просто подборку смотрела. Я не смотрела само прохождение игры. Я смотрела, какая-то подборка с Куплиновым была. И он, собственно, говорил, что, типа, это ж что-то пипец, как тяжело. Вот именно, я помню, там эта игра была, типа, какая-то игра для гениев, мол. Мы уже люди с опытом. С опытом чего? Подсказывать что-то или терпеть тупники? А там смотришь коллективный брат. Ну, это может быть. Ну, я думаю, что в чате есть люди, которые проходили эту игру, мне так кажется. Если это классная головоломка, то заключается в том, что ты всегда ломаешь голову над дамагом врагов по тебе. Это моя любимая, да. Смотреть на стримеров, которые тупят, и помогать их им коллективным разумом. Мне стыдно показывать, что я глупая. Мне стыдно, но я показываю. Ой. Короче, ну, посмотрим, может быть. Зато красиво, ну, хоть что-то, как бы, ну... Как бы. Я сегодня говорила, да, что платье сегодня только для того, чтобы вы не зацикливались на том, что происходит на экране в игре. Я могу всякие глупости там делать, а вы и не заметите. Профит. Чатик, пойдемте отдыхать с вами. Хотите отдыхать? Что я, наверное, хочу. Я, в общем, не определилась с игрой на завтра. Я думала в мышь поиграть, но... Это еще не точно. Может быть. Может быть. Пойдем в подарок от Грибнибулина поиграем. Может быть. Посмотрим завтра. Я завтра вам обязательно сообщу о своих планах. Вот, но стрим завтра состоится. Стримов на этой неделе у нас еще будет 2. Завтра и в воскресенье в хэллоуиновский, как же без него-то, в хэллоуиновский хоррор будем играть. Вот. Еще я очень надеюсь, что в Steam подъехали скидки на хэллоуиновские хорроры. Я буду максимально счастлива. Должна подрубить? А подрубила ли? Ох. Я так вкусно бургер поела в обед, что мне даже есть до сих пор неохота. О, подрубила, да. Давайте сразу рейдецкого кинем на нее и пойдем отдыхать с вами. Уф. Такс, где тут чё? Вжух. Да, вижу. Все, вот вам рейдецкие, ребятки. Спасибо огромное всем за стрим. Я вам всем желаю хорошего вечера, классного настроения. Спасибо большое за подарочки сегодняшние. Ой, так прям целую, обнимаю всех, кто в этом сегодня участвовал. Вам хорошего вечера и классного настроения. Всех целую, всех люблю, всем пока.